Здравствуйте! Вы смотрите видеообзор от сайта Apps Video Review. Сейчас я покажу вам программу Quicker Free, которая позволяет получить быстрый доступ ко всем настройкам вашего смартфона. Значит, она может запускаться как самой программой, также после ее установки появляется индикатор этой программы в выпадающем меню статуса, и вы получаете быстрый доступ ко всем настройкам вашего смартфона. Очень интересный интерфейс этой программы, потому что он воссоздает рабочий стол телефона, который полностью заполнен настройками телефона. Вы можете менять громкость, причем есть быстрые кнопки для минимальной и максимальной громкости, переключение и выключение всех интерфейсов, включение-выключение, Wi-Fi, 3G, показывает, сколько процентов батарейки, сколько процентов памяти и тому подобное. Программа очень хорошо настраивается. Значит, например, сейчас у меня было включено два экрана. Можно поставить три экрана. Очень много настроек разнообразных. Но для простейшего использования достаточно понять, что на экран можно добавлять виджет. Если вы подержали пальцем на пустом месте экрана, соответственно, вы можете добавить любой из доступных виджетов на экран. Вот, например, вот так вот. Также, ну, соответственно, вы можете сделать полностью перенастроить свои экраны. Ну, вот, например, вот так вот. Программа будет полезна тем, кто любит всегда иметь все настройки под рукой, любит их часто менять. Если вам не так часто приходится менять настройки, то вам она, может быть, и не пригодится. Но для людей, которые хотят иметь полный контроль над своим телефоном, программа будет полезна. Вызывается она просто или из панели статуса, или запуская приложение. Также этот же разработчик выпускает виджет. Достаточно интересный виджет. Давайте посмотрим. Quick Battery он называется. Quick Battery. Добавляю этот виджет на экран. Вы можете выбрать его стиль. Например, выберем современный стиль. И что будет происходить, когда вы нажимаете на этот виджет, например, Battery Info. Вот такая вот иконка будет висеть у вас на рабочем столе. Нажав на нее, вы получите выбранное действие. Например, сейчас у меня показывает Battery Info. Соответственно, если зайти в настройки этого виджета, то можно поменять действие, которое он выполняет. На этом все. Спасибо за внимание. Удачи вам!